Привет! Подборка из 20 недорогих, полезных и прикольных товаров до 5 долларов готова. Все, что вы увидите, пригодится вам в хозяйстве, поможет в быту или просто позабавит вас. Все, кто досмотрит видео до конца, примет участие в конкурсе с интересным и вкусным призом. Приятного просмотра! Увлажнитель воздуха Пончик. Повысить влажность воздуха в помещении, если он у вас сильно сухой, можно с помощью этого пончика. Достаточно просто подключить гаджет к ноутбуку или компьютеру и положить его в стакан с водой. Через пару минут вода в стакане начнет испаряться через небольшое отверстие в пончике. Мыльница на присоске. Устройство просто необходимо в доме, где живет женщина, так как у них столько важных баночек в ванне, и им нужно обязательно иметь 3 шампуня на полке, так как, естественно, всеми они пользуются. Стенд-держатель на присосках позволит организовать пространство комнаты, чтобы все важные бутылочки находились на своих местах. Чай – это один из древнейших напитков во всем мире, и издавна китайский чай считался одним из лучших, вкуснейших и качественных. Он мог как бодрить, так и успокаивать человека. Сейчас, как и когда-то, люди любят пить чай в одиночку, так и компанией. Найти вкусный и качественный чай не всегда просто, но я нашел людей, которые занимаются хорошим чаем не один год и доставят его в любой уголок вашей страны, будь то Россия, Украина, Беларусь и другие ближайшие страны. Это ребята из Мой Чай.ру. У них очень много разновидностей различного чая по различным ценам, с отзывами о каждом чае и описанием его истории и как правильно его заваривать. Я лично заказал у них больше 7 видов чая и сейчас наслаждаюсь им. Вы можете купить рассыпные или прессованные чаи и еще много здоровой еды. Пуэр, улун, зеленый чай, красный, черный, белый, желтый, жасминовый, мате и очень много еще других чаев по хорошим ценам. А также можно у них присмотреть различную посуду для заваривания и распития чая. Все, что душа желает. Мой Чай.ру лично рекомендую. Мне нравится сервис, цены и чай. И я уверен, вам тоже он понравится. Ссылочки на магазин оставил в описании. Переходите и наслаждайтесь. MP3 плеер в авто. Имеет небольшой ЖК-экран, несколько кнопок переключения треков и регулировки громкости, разъем под флешку и пульт. Подключается, как обычно, от прикуривателя. Дополнительно в плеере есть функция радио, реверс, а также возможность просмотра видео, хотя на таком экранчике не очень весело что-то смотреть. Стоит такой плеер около 3 долларов. USB-хаб на 4 порта. Будет полезен тем, у кого число одновременно подключаемых внешних устройств превышает число разъемов в компьютере или ноутбуке. Устройства очень полезные и стоят всего доллар с копейками. Прикольная подставка под телефон. Этот гаджет отлично подойдет на подарок другу или родственнику. Смешной заяц будет держать ваш телефон, как Шварценеггер в свои молодые годы штангу. Зайцы выполнены из дерева и имеют 5 разных расцветок. Выглядит действительно прикольно и необычно. Корпус для внешнего аккумулятора. Такой корпус отлично подойдет для аккумуляторной батареи 18650. Просто вставив батарею, можно соорудить удобный внешний аккумулятор для смартфона или планшета. Обратите внимание, что сама батарея в комплекте не идет, ее нужно покупать отдельно, но она и недорогая. Подставка для зарядки телефона. Бывает, что нужно зарядить телефон от розетки, рядом с которой нет какого-нибудь столика или стула, и просто некуда положить телефон. На помощь может прийти универсальная подставка, которая надевается прямо на зарядное устройство, вставленное в розетку. Телефон аккуратно ложится на подставку и спокойно себе заряжается. Такую складную подставочку удобно брать с собой в дорогу, чтобы потом можно было зарядить телефон от розетки в зале ожидания вокзала или в гостинице. Держатель для лука, только не того, что стрелять. Устройство, похожее на кастет с иглами, предназначено для равномерной нарезки лука, а также для того, чтобы руки потом не воняли этим разъедающим глаза овощем. Достаточно просто воткнуть кастет в луковицу и аккуратно резать ее ножом, проводя между шипами. Тогда получаются красивые равномерные кольца, кстати, как раз на шашлычок. Устройство для подачи зубной пасты. Очень веселый аксессуар для малыша, превратить процесс чистки зубов в игру. Приучать ребенка чистить зубы бывает непросто, но на помощь всегда придут изобретательные китайцы. Нажимая на дозатор, из пасты веселого животного будет выпадать прямо на зубную щетку нужное количество пасты. Наверняка с таким инструментом чистка зубов станет игрой для деток. Форма для нарезки картошки фри.
Это устройство уже давно есть на всех рынках страны, однако китайцы добавили ему еще и ручки. Теперь прогонять картошку сквозь сетку легче, так как можно держать за ручки, а большими пальцами давить на плод. А если вдруг ножи в сетке будут тупыми, то нарезка картофеля фри превратится в адское занятие. Поэтому, когда нарезка затупится, то ее можно просто выкинуть и купить новую, ну или просто ходить за картошкой фри в Макдональдс. А этот гаджет для тех, кто не хочет таскать с собой полноценный мультитул. Брелок для ключей с маленькой двухсторонней отверткой. С одной стороны плоская, с другой крестообразная. Брелок изготовлен из металла. Он всегда выручит вас в дороге, если что-то вздумает сломаться. Ей найдется применение и дома, в офисе, и на связке ключей. И он всегда будет у вас под рукой. Специально разработанный набор отверток. Удобно носить с собой в качестве брелка благодаря своей компактности. Легкий по весу и портативный в использовании. Имеет хорошие качества. Смартфон разрядился, а поблизости нет розетки? Ситуация эта довольно частая, ведь современные смартфоны очень прожорливые и быстро садятся, если использовать их достаточно активно. В такой неприятной ситуации на помощь может прийти так называемый powerbank или по-простому портативная зарядка. Портативный источник питания на одном сменном литий-ионном аккумуляторе. Основное предназначение такого устройства – питать и заряжать мобильные устройства, подключенные к USB-выходу. Очень часто возникает ситуация, когда необходимо сделать важный звонок, а заряд телефона уже на исходе. Данный зарядник поможет избежать этих неприятностей, а малый размер позволит хранить его даже в женской сумочке. Покупая данный гаджет, вы имеете возможность самостоятельной смены аккумуляторов, которые имеют стандартный размер. А это фантастическая насадка на кран, которая делает вашу воду разноцветной. Представьте реакцию своих друзей и близких. Когда они придут к вам домой и увидят из включенного крана цветную воду, они поразятся. Скажите им, что вы за такую воду доплачиваете. Холодная вода светится зеленым цветом, теплая голубым, а горячая красным. Даже в темноте вы сразу поймете, насколько горячая вода в трубах. Насадка универсальная и подходит для любого гусака. Чтобы ее использовать, не нужно снимать смеситель или выполнять иные мудреные телодвижения. С монтажом справится любая домохозяйка. Органайзер для раковины. Функциональная подставка на кран из прочного ABS-пластика, благодаря которой ёршик, кубка и другие принадлежности всегда будут на своем месте, что позволит поддерживать раковину в чистоте. В держателе есть несколько отверстий, что позволит быстро просыхать губкам, не допуская закисанию и неприятного запаха. Достаточно закрепить ее с помощью петли у основания крана, опустить в раковину, и вы уже никогда не потеряете ваших помощников на кухне. Идеально подойдет также в ванную комнату для зубной пасты и щетки. Удобный и практичный ручной запайщик пакетов – незаменимая вещь на кухне. Поможет вам легко запаковывать пакеты для хранения продуктов, вещей и прочих мелочей. В герметично запакованных пакетах продукты лучше сохраняют свежесть, а мелочи не теряются. Принцип работы данного устройства основан на нагревательном элементе, который плавит полиэтилен, скрепляя две стороны между собой. Мини-запайщик пакетов прост в использовании и абсолютно безопасен, а благодаря используемым в устройстве батарейкам, мини-запайщик легко можно взять с собой. Набор для выкручивания болтов. Сорванные шлицы на головках шурупов – головная боль любого мастера, и каждый мужчина с ней хоть раз изредка, но сталкивается. Набор насадок избавит вас от мучений в считанные секунды, не испортив поверхности, в которую был вкручен метис. 4 биты разных размеров подходят для самых разных шурупов, саморезов и болтов, какая бы ни была резьба, а использовать их можно с любым шуруповертом или дрелью. Гибкий вал для дрели. Выступает в качестве удлинителя, когда необходимо просверлить отверстие в труднодоступном месте с фиксацией изгиба и магнитом. Его длина 29 см. Установочный диапазон составляет от 1 до 6 мм. Рекомендуемое число оборотов для оптимальной работы – 3500 единиц в минуту. Он легко крепится к корпусу инструмента. Удобство, точность и легкость – не единственные преимущества, которые возможно ощутить. Легкость в работе прежде всего заключается в том, что при использовании этого элемента рука не так устает, несмотря на то, что некая вибрация, вызванная конструкцией вала, все же ощущается. Светодиодный браслет безопасности для обозначения себя в темноте. Отлично подходит для занятия спортом. Бег, спортивная ходьба и велоспорт. Крепится к руке, ноге, велосипеду и так далее. Регулируется по длине.
Также его можно использовать на праздниках и вечеринках. Во многих европейских странах этот LED-браслет безопасности обязателен для школьников. Причиной этому являются неосвещенные дороги и темная одежда пешеходов, на которую невозможно реагировать водителю. Решением этой проблемы является светоотражающий LED-браслет безопасности. Жаркие летние дни – лучшее время для веселых игр с водяными бомбочками. Для тех, кто любит водяные игры, я нашел крутые водяные шарики. С ними можно забыть о долгой подготовке к играм, утомительном завязывании узелком на шарах и литром вылита из ря воды. Теперь изготовление снарядов займет всего несколько секунд. Набираем шарики воды, собираем их в большой пакет, выносим на улицу и… кидаемся об асфальт или друг в друга. Вечное мыло. Это небольшой кусочек нержавеющей стали в форме привычного нам обычного мыла, который способен удалить с рук неприятные въедливые запахи чеснока, лука, рыбы, мяса, бензина, табака и тому подобного, которые часто остаются на коже рук после приготовления еды или вкусной трапезы. Для того, чтобы стальное мыло было эффективным, необходимо подержать его с полминутки под струей прохладной воды, а затем потереть им руки так, как мы это привыкли делать с помощью обычного мыла. А вот у нас и конкурс. Победителей будет два. И каждый победитель получит по 500 рублей на сайте мойчай.ру для покупки чая или для покупки посуды. У ребят там много чего есть. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно быть подписчиком моего канала, обязательно поделиться этим роликом в любую из соцсетей, подписаться на группу ВК ребят из мойчай.ру, а также я оставлю ссылки на Telegram, Instagram и YouTube канал. Если вы любите чай, то смело подписывайтесь и заказывайте отборный чаек прямо из Китая. Я уже пью и наслаждаюсь. Также не забудьте оставить ссылку на свой ВК в комментариях, чтобы я смог зайти и проверить вашу подписку на группу. А также ставьте лайк этому видео. Всех с наступающим Новым годом! Благополучия, счастья и удачи вам! Был рад для вас стараться. Всем пока!